снимаю как первый день. Азамат садится в школьный автобус. Наш сын пошел в школу, как известно. И вот сейчас организовали доставку, и вот эти вот классические скулбасы приезжают и забирают детей в условленном месте возле нашего дома. Вот вы видели знаки стоп, выезжают у него сбоку автобуса, и все автомобили обязаны остановиться, пока не пройдет посадка полностью. Вот Эгуль зашла, что-то там выясняет с водителем. Это первый день, поэтому сейчас будут учтены все нюансы, и вот она что-то там расписывается. Так что так. Все как в классике. Желтый скулбас забирает детей в школу в Майами. Август 2021 года.